Всем привет, ребята! С вами я, Илья. Сегодня я приготовлю мороженое. Вот с помощью вот этого всего. Для этого мне два таких вот стаканчика. Тетели для сливок, ванилин, сгущенка, какао-порошок, сливки. Итак, приступим. Сюда вливаем все сливки. Вот там все. Получилось, наверное, очень мало. Да. Сливок 200 миллилитров. Балтаем миксером. Засыпаем загуститель для сливок. Сыпься. Какао-порошка, из которого делаю обычно какао. Перемешиваем. Добавляем сгущенку. Берем. Добавляем ванилин. Вот тут написано ванилин. Ванилин. И перемешиваем. Теперь можно переливать. Берем и льем. Каждый. Теперь отправляем в холодильник. Сначала одну, потом вторую. Вот наше мороженое уже постояло ночь. И мы уже его вытащили из морозилки. Вот. Оно очень сладкое. Дай сумму ложку. Приятного аппетита всем. Пока-сики.